Власти Питкяранты рассказали о подготовке города к празднованию Дня Республики. Район получил более 50 миллионов рублей за 2 года на благоустройство. На сегодняшний день работы находятся на завершающем этапе. Подрядчики заканчивают ремонт улицы Пушкина и благоустройство территории возле памятника Ленину. Второй год подряд мы ведем работы по подготовке к празднованию Дня Республики. У нас было выполнено несколько объектов в прошлом году и завершаются работы в текущем году. Общая сумма финансирования у нас работ порядка 25 миллионов рублей. Также благоустроили центральные площади, 4 городских сквера в Питкяранте. Привели в порядок площади в поселках Салми и Харлу, отремонтировали дороги в деревне Хиденсельга и поселке Импилахте. Выделенные деньги также направят на организацию культурно-массовых мероприятий, выставку поселений района, фестивали национальных культур, ярмарки ремесел, спортивных соревнований. Основные гуляния в честь Дня Республики пройдут 26 августа.